BMW Gran Turismo, 3-я серия. Клиента беспокоит сильный шум из-под передних арок, а тут пусто. Только пластиковые подкрылки. Больше ничего. Будем наносить напыляемую шумоизоляцию составом Денитрол. Первый слой. Далее пойдет основной второй, который у нас уберет излишние шумы. Обработали арки, сделали жидкие подкрылки. По переду был сильнейший шум. И неудивительно, потому что спереди стоят просто подкрылки пластиковые и больше ничего. Мы сделали им дополнительную шумоизоляцию вибропластом. Также обработали задние арки 479-м. И сзади подкрылки стоят хотя бы с войлоком. Но мы их тоже дополнительно обработали, сделали, нанесли вибропласт. Замерим толщину покрытия жидких подкрылков для шумоизоляции. Допускается не менее 2 мм. У нас около 5. Около 5.